Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я решил немного забабахать такой вот немножечко новый формат. Будем теперь снимать обзоры на улице. И причем не просто на улице, а, наверное, даже в разных местах. Чтобы формат немного, конечно, странный, но зато более ламповый такой, что ли. И сегодня я решил выбрать лес. Я заехал на своем велосипеде в лес. Будем снимать в разных местах. Сегодня в лес, в следующий раз куда-нибудь в поле, например, поедем и так далее. Короче, и сегодня я буду обозревать Siemens C65 от компании Vodafone. Компания Siemens в 2004 году выпустила достаточно популярную модель. Это Siemens C65, вот обычный. Самый обычный C65, давайте его даже включим. Хотя он был, кстати, вроде включен, непонятно, что он отрубился в кармане. Но были не только стандартные версии, были еще некоторые операторы, вроде T-Mobile или там того же вот Vodafone, о котором сегодня речь пойдет у нас. Не так давно мы снимали обзор на операторскую версию от T-Mobile. Она выглядит так, не просто другая прошивка, а еще и другой дизайн, вот такой вот свой собственный. Можете глянуть на канале, мы делали обзор на него. В том же 2004 все эти версии выпускались, но сегодня речь пойдет о версии от Vodafone. Кстати, не так давно, по-моему, в позапрошлом году, у нас я вам показывал этот телефон с вот этим корпусом, тоже с Vodafone, но он был с оригинальной прошивкой. Если вы вдруг помните, а видео называется «Обзор на очень редкую версию Siemens C65». Но там была оригинальная прошивка, хотя корпус был вот такой. Так вот, я наткнулся на Авито, на водофоновскую версию C65, но в оригинальном корпусе. Я купил ее и поменял корпуса местами. В итоге получилось так, как должно быть. Значит, что у нас тут по внешнему виду? Он в сером цвете, редкий довольно-таки цвет. Водофоновская версия также есть и в синем цвете оригинальном. Но для разнообразия мне вот повезло, что вот у меня такой серый цвет. Водофон сверху написано, здесь Siemens написано. Также кнопочки русских букв нету. Тут европейская прошивка, русского языка в ней нет. Крышечка, она стала серой. Все то же самое, просто другой цвет. Давайте теперь его включим. Кстати говоря, модель C65 от Vodafone имеет такая вот заставка при включении. Имеет еще название C6V. То есть вместо пятерки там V, что, кстати, это римское, это 5. Но V это символизирует, что это Vodafone. Также чуть позже вышла обновленная водофоновская версия, она называется CV65, которая ничем не отличалась по прошивке, однако у нее был новый дизайн. И этот самый новый дизайн в 2005 году перекочевал в Siemens C72, о котором я как-нибудь тоже сниму обзор. Значит, что у нас здесь? Здесь так же, как и в CT65, тоже такая вот своя прошивка. Однако здесь не просто иконки в меню другие, тут еще и другие иконки. Вот батарейка, прием сигнала. Я тут присяду, чтобы удобнее было. Вот так. Под кнопочки светятся также золотистым цветом. Здесь у нас сообщение. Камера на эту кнопку. Это, к сожалению, не настраивается, в отличие от оригинальной версии C65. Здесь у нас и вот эти вот значки тоже здесь изменились. Кнопочки у нас. Опа, а что это он отрубился-то? Так, ладно, пауза. Так, перезагрузили. Значит, что у нас тут по меню? Здесь камера, сообщение.
MyItems — это мои файлы. Это приложение, ну, папочка еще точнее. Vodafone, сайт компании Vodafone, игры, органайзер, контакты и настройки. Что у нас по сообщениям? Ну, также можно, поддерживается смс и ммс, какой-то посткарт еще. Инбокс, send, черновики, live studio, Vodafone mail еще есть. Короче, тут много чего от Vodafone понапичкано. Блин, не очень тут удобно, конечно. Так, дальше игры. Игры посмотрим чуть позже. Мехр Шпили — это выход на сайт компании Vodafone. Джем Джем Паник. А хотя что я сейчас-то смотрю, давайте в конце посмотрим. Vodafone Live, и мы не будем туда лезть в интернет. Это у нас здесь будильничек. Калькулятор сименсовский, которым много чего можно высчитать. Конвертер величин, запись звука или же диктофон. Диктофон некачественный, искажает голоса. Таймер, секундомер, собственно. Ну и какая-то что-то тут настройки из-за синхронизации с ПК. Блин, тут всякие мошка еще летает в этом лесу. Дальше камера. Камера 0,1 мегапиксель. А снимать видео этот телефончик вообще у нас не умеет. Разрешение камеры 352 на 288 пикселей. Есть цифровой зум трехкратный. Есть еще настройка яркости. Далее, что у нас? Органайзер, календарь, конечно же. Встречи, задания, заметки, пропущенные. Есть еще такое вот встроенное приложение, как... Можно посмотреть разницу во времени с городами, с разными. Довольно-таки полезная вещь. Мне она никогда не пригодилась, но фишка интересная. Контакты. Здесь у нас контакт. Посмотреть контакты. Создать новый. Списки вызовов. Здесь у нас располагаются они в меню. Какая-то бизнес-карт, группы. Собственно, можно по группам контакты распределять. Ну и выбрать контакт, смотреть контакты из телефона или из сим-карты. В настроечках, что у нас? Профили. Можно выбирать и настраивать темы. Темы мы посмотрим попозже. Дисплей, настройки дисплея, язык. Вот давайте посмотрим, какие языки у нас тут имеются. И английский, и немецкий, и французский, итальянский, испанский, я так понимаю, португальский. И еще несколько языков, но русского нету. Задний фон, можно картинку для рабочего стола. Анимацию при включении выключения, заставку и так далее. У меня на заставке цифровые часы стоят, это удобно. Рингтоны. Громкости все. Водофоновские звуки от по сообщениям, по звонкам. Ну, здесь нет. Настройки часов, телефона. Ну и выбрать, например, гарнитуру, присоединить, аксессуары. Дальше. Мои файлы. Также 5 папочек, так же, как и в CT65. Картинки. Blue Sky. Это встроенная темка здесь такая вот, водофоновская. City. Также и все встроенные темы из оригинала здесь имеются. City, Football, Funfair. Live — это... Та же самая стандартная тема, но она здесь поставляется тоже, чтобы можно было смотреть в папках ее. Все стандартные картинки. Также есть для ММС-ок. И этот логос — это за место сим-карты поставить. А это фотографии, сделанные на камеру. А это анимации разные.
Games and More. Потом посмотрим, теперь смотрим звуки. Здесь 40-голосная полифония. Поддерживается WAV, MP3 не поддерживается. Встроенной памяти здесь всего 10 с небольшим мегабайт. Карта памяти не поддерживается, так что какой тут MP3 может быть? Вот так звучит полифония. Для EMS рингтончики. Кто-то там кричит в лесу, надеюсь, никто сюда не придет. Встроенные есть полифонические тоже. Чтоб мертвого разбудить. Siemens Mobile. Тут рингтоны из тем у нас. Эту тему я закачал еще. Тема косящая под XP. Ну, точнее, как закачал. Я сам эту тему сделал через программки специальные. Встроенные рингтоны от Vodafone свои есть. Вот это прикольное тоже. О, Господи, ты боже мой. Опять же встроенный от Vodafone.
Не было тогда действительно таких крутых мелодий, как сейчас. Любую песню можно поставить. Полифонию слушали когда-то давно. Да я репортаж тут снимаю, извините. Да, мне надо тихая обстановка, чтобы была. Не будем людям мешать. Ни на каком собрании. Ладно. Вот последняя папочка, это то, что по Икпорту у нас передалось. Да, у нас тут есть Икпорт для передачи данных. Теперь посмотрим темки. Тема есть Алдо, это стандартная тема с оригинального C65. Я дополнительно сюда ее закачал. Ее нету. Она не предустанавливается здесь. Я ее закачал отдельно, чтобы была. Вот обычная голубенькая темка. Такая вот, как на C65 обычно. Дальше, что у нас? City. А, нет, Blue Sky сначала. Blue Sky, это та же стандартная тема водофоновская, только вот такой вот задний фон, темноватый немножко. City. Дальше, следующие 5 тем, это следующие встроенные. Батарейка в камере уже садится. City, ну это... Дальше футбол. Футбол, вот, кстати, очень идет... Блин, достали комары эти уже. Зелененькая темка, кстати, к серому цвету она больше идет, чем к синему вот такому. Unfire. Лайв не будем включать, потому что это та же самая стандартная тема, что вы уже видели в первой половине видео. Даже не в половине, а чуть больше. Siemens Mobile, это просто беленькая темка, самая простая. Такая вот темка. Ну еще это последнее, это я. Это тема косящая под Windows XP. Я ее сделал сам, кстати. Я вот серьезно, без шуток, сам сделал ее. Сам через программы анимации сделал. Нашел еще программу для создания тем. Может, если вдруг захотите, пишите в комментах об этом. Я об этом подробнее расскажу. Ну и посмотрим теперь игры. Короче, Jam Jam Panic, встроенные игры и Photopad. А еще Stack Attack, встроенная игра. Все остальные игры это я закачивал отдельно. Да, в оригинале вместо Jam Jam Panic Bubble Boost. А здесь заменили ее на вот такую вот Jam Jam Panic в этой водофоновской версии. Здесь, кстати, как вы могли заметить, в приложении игры в одной папке совмещены, как и в CT65. Короче, это что-то похожее на Тетрис, только это надо вот так вот ставить. И нужно заполнить весь экран этими фигурками. Нет, ничего не хочу закачивать. Тем более, какой в 2023 году может быть интернет на этих телефонах. Gravity Defied, но это встроен, это я закачивал отдельно. Фоторедактор есть простенький, встроенный. Download ассистента нету, кстати. Photopad. Это встроенная игрушка Tamagotchi. Не будем все игры смотреть, потому что обзоры на эти игры можно найти в Ютубе все. Ну и в принципе я все показал вроде по этому телефону. Кстати, вот здесь такой вот нюанс. Здесь вместо кнопки в интернет, здесь кнопка камеры, по сути, должна быть. Но здесь корпус немного не совсем совпадает. Здесь стоит прошивка старее, чем сам корпус.
И вот в этом корпусе правая кнопка должна вести не на камеру, а в интернет-водофон. А здесь вот так вот. Но тем не менее, все равно. Мне все нравится. Вот давайте покажу вам все три варианта. Вот так вот. Слева оригинал. Водафон посередине и это Т-мобайловская версия справа. Теперь давайте выключим. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь, там, комментируйте. Короче, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и всем пока, до встречи в следующих обзорах и следующих местах.